Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня мы будем играть в Майн. С этого самого видео на канале выходит новая рубрика ПДМ, то есть пройти Майнкрафт до конца. И проходить я буду на телефоне. Приятного вам просмотра! И да, конечно, я использовал бонусный сундук, потому что мне так захотелось. И да, забыл сказать, исходный материал одного видео из этой рубрики длится ровно час, а весит примерно гига 2. И ну как-то вот так вот. И мне приходится записывать одно видео целый час, а потом еще его и монтировать. Понимаете? Так что поставьте лайк. И да, как только я собрал вещи, я начал сразу же искать какое-то местечко, где я бы мог построить дом. Ну и вперемешку с этим я собирал ресурсы. Как только я нашел место, я сразу начал строить дом, рубить деревья, собирать также всякие ресурсы с мобов, нашел пещерку, ну и так по сценарию, как говорится. Так что, ну, ребят, ну вы и так все видите, так что посмотрите. Поднакопив определенное количество ресурсов, я стал задумываться, каким у меня будет дом. Я решил, что первый этаж у меня будет из древесины березы, пол из булыжника, а второй этаж будет из древесины тропического дерева. И он будет такой вот угловатый, скажем так. Ну, сами все увидите. И как-то так. Сразу немедлю я начал очищать пол от земли. Затем стал заставлять весь пол булыжником, ну и в результате он у меня закончился, и мне пришлось идти за новой партией. We'll be right back.
Можно сказать, что меня осенило, и я решил делать лестницу на второй этаж. Да. И все-таки доделать крышу, потому что там течет дождь. Как-то так. Я что-то чуть-чуть не пойму. Ты что не ставишься, а? Ё-моё. В Оренбург называется. Приехал и записываю видео. Да ты как её поставить, эту хрень? А это что тут ещё делает? Ой. Во. Наконец-то. Ой, когда же я уже доделаю эту долбаную крышу? Так, что у нас тут? Блоков мало. Березы тоже мало. Нужно очень много березы, чтобы доделать эту долбанную крышу. Фух. Один блок уронил, и за ним побежит. Да и что такое происходит? Доброе утро, товарищ вольтметр, вы где? Одни баобабы растут. О, прям на глазах выросла березка. Мне кажется, это даже круто. Так, береза у нас есть, хотя ее очень мало. Мне нужно больше, поэтому я побегу за предел. Ох, скелетон, а? Скелетон. О, попал, как? Ты ж скотина такая. Давай, иди сюда, иди сюда. Раз, два. Ударил, подождал. Три. Да ё-моё, четыре. Всё. За пределы леса, за пределы дома, моей территории, и нарублю там немножечко досок берёзы. А то без крыши это такая себе затея бегать, но тут ещё один скелетон. Так, мне нужны стрелы, поэтому я его добью. Так, раз. Ой, и костная мука заодно будет. Всё вообще хорошо. Так. Ой, наверное, ещё мне надо же будет портал в ад строить. Блин, обсидиан искать. Потом ещё в аду искать крепость. Этих там, какую-то крепость из скелетов и сушителей, убивать там этих ифритов. О, сколько всего. Не знаю, наверное, эта рубрика очень долгой будет. Ну ладно, так, садим баобаб, точнее тропическое дерево, и одно у нас осталось лично. Так, погнали. Мне нужна береза, я должен бежать за березой, но прежде всего корова. Привет, как бы, а как ты сюда попала? Ну, будь у меня дома, окей. Ой, так. Мне нужно допить вот эту штуку. Как ее нормально так поставить, чтобы все получилось идеально? Я не понимаю. А если... Да блин! Почему так дико все? Так, вот так? Вот! Я не знаю, как физика Майнкрафта вообще работает. Понятия, если честно, не имею. Но как-то она всё-таки работает. И хотя бы она работает. Так, ладно. Доделываем крышу хотя бы чуть-чуть, сколько у нас блоков есть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И готово. Доброе утро,
прошлый день был довольно-таки насыщенным. Так, что у нас тут? Еда, баранина. Теперь нам нужно сделать стекло. Так, а здесь у нас ничего делать вроде как не надо. Или... Да, блин, я же камень весь потратил. Сейчас пойдем за камнем. Ой, да ё-моё, почему ты... Эндермен. Ты куда делся? Ты где? О, здравствуйте, Эндермен. Мне же нужны эти. Глаза, око и... Из-за этого эндер... Они делаются благодаря этим... Как они там называются? Вот этому... Жемчуга края и всяких там еще и из палочек ифрита, точнее там какой-то пыльцы, какой-то фигни, короче. И для этого нам нужны таких... Ой, очень много штук. Где ты? Ах ты, ты откуда там взялся, а? Иди сюда, воду не можешь, да? Раз, ударил. Так, где ты? Вот тут. Давай, давай, добить надо. Иди сюда. Блин, он телепортнулся куда-то. Так, где ты обитаешь? Давай, иди сюда, иди. Вот, давай, удар, удар. Есть! Все, у нас есть один Эндер Пёрл. Это хорошо. Так, погнали дальше. Что нам еще нужно? Ой. А, ну логично, нужно доделать пол. А у меня нету этих камня, булыжника. Так, еду сложили, стекло плавится. Так, бурито у нас в домике каким-то образом появилось. Как они появляются, я не понимаю. Так, ладно, пошлите на гору, наверное, за камнем. Или, оп, о, может быть, вот в этой горе покопаться, потому что не хочется очень далеко идти. Так, раз, два, оп, 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 посадим еще эту заодно. Росточек, может быть, хотя нет, не вырастет. А может и вырастет, кто знает. Так, добудем, пожалуй, здесь. Что у нас тут? Мы добыли камень. Я устал, прям честно. Но нужно делать. Так. А то как-то коряво получается. Даже корова хочет уйти из нашего дома из-за того, что тут полов банально нету. Какие-то ямы грязевые. Хотя, возможно, ей это как раз-таки нравится. Она хочет позвать друзей. Хотя, о чем я тут вообще болтаю? Что мне в голову вообще приходит? Так, ладно. Как я понял, нам опять камня не хватает. И прям чуть-чуть. Блин. Придется опять идти за камнем. Ой. Корова, ну что ты тут ходишь, а? Что у нас вообще? И... Блин. Я опять потратил весь булыжник, и мне придется опять делать деревянную кирку. Блин, я постоянно забываю. Фух, так, картошечка у нас там растет без воды. Да, как-то так. Так и живем, как говорится. Бамс, сюда. Чтобы так же далеко не бегать, соберем здесь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10 11 12. Если честно, я что-то уже подзабыл, сколько там у нас этих, но в принципе, да ладно. Так, собрали, теперь нужно прорыться туда, чтобы забрать все эти блоки. Так, 13 15. И так,
что-то меня заело. 15, я думаю, мало, тем более плюсом нам нужно и на инструменты еще. Так что еще немножечко поднакопим. Кстати, я испугался. Думал, там зомбак стоял, а это была речка. Так, раз, так, 27, 28, 20, давай, так, у нас 30. 31, 32, 33, 34. Я думаю, где-то 50 штучек я сделаю, и этого будет более чем достаточно. Так, 38, так, 320, 40, так, 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 так. Тут еще под собой. Главное правило Майнкрафта, которое нельзя делать под собой, копать. Так, 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 так. И 50. Или еще немножечко подкопать, не знаю. Ну да ладно. Ура, уже все готово, и сейчас доделываем полы, и думаю, можно будет отдыхать. И ура, наконец-то мы доделали крышу. Ой, так, теперь строим второй этаж, он где-то, наверное, будет в этаже... Ой, второй этаж в этаже, он у нас будет... треугольным, как египетская пирамида. Наверное, какой-то такой будет. И что нам еще для этого нужно? Как-то вот так вот строить по кругу, да? Как-то, я думаю, вот так и будем делать. Так, о, корова, здорово, здорово, здорово. Уйди, пожалуйста, не мешай мне. Я тебя предупреждаю, я могу тебя скинуть. Так, поскольку мы очень много блоков добыли этого тропического дерева, как раз таки будем строить из него. И я думаю, еще какой-нибудь балкончик запердохать. Ну и мамину маму можно заодно еще сюда впихнуть. Но я думаю, будет этого уже достаточно.